Всем огромный привет! У меня новое приобретение. Вот такие вот шикарные наклейки. Сразу скажу, что все свои наклейки я беру с Wildberries. Ну, можно заказать, в принципе, на любой интернет-площадке торговой. Думаю, везде есть. Здесь должно быть 72 штуки. Они называются... Вот тут наклейка Wildberries-овская заклеена. Ну, Cats. Вообще Cats. Но я их назвала... Кошки Таро. Вот. Кошки Таро. Давайте с вами смотреть, открывать. Так они мне понравились. Сейчас, тем более, в преддверии Хэллоуина. Так. Хочу посмотреть их как раз вместе с вами, чтобы убрать уже в свою коробочку, в которой у меня хранятся наклейки. Смотрите, как их много. По идее, должно быть 72 штуки. Они что-то были вообще там дешевые-дешевые. Конечно, их как закладочки использовать нельзя. Были бы они чуть побольше. Ну, вот как наклеечки, например, в какой-нибудь альбом. Или вот еще я буду кое-что делать. Обязательно вам покажу. Они, в общем, прекрасны. Давайте будем смотреть. Буду вам показывать по одной и заодно сама посмотрю, потому что я их еще не видела. Надеюсь, вам будет видно. Сейчас чуть посветлее вот так сделаю. Вот такая вот кошечка. Тут написано по-английски, но я не буду переводить, потому что не смогу это правильно выговорить. Поэтому кто переводит, пожалуйста, переводите сами. Так, вот такая. Дальше. Ой, они новенькие, даже тяжело отсоединяются. Вот такие две черные кошечки. Они мне так понравились. Конечно, и как карты использовать их, в принципе, очень неудобно, потому что, ну, сами видите, они, ну, маленькие. Сколько тут может быть? Тут 3 сантиметра. И тут может быть 5 сантиметров. Вы видите, да? На 4 пальца, вот так даже можно сказать, на 3 пальца. Вот такие они. Такая вот очень хорошая. Это, наверное, 7 мечей. Кто оформляет такие ежедневники? В таком каком-то готическом стиле, да, магическом стиле, то, я думаю, такие наклейки очень даже и понравятся. Такой вот котик солнечный. Я прям, когда их увидела, еще цена на них была такая небольшая. Думаю, надо же, за 72 наклейки. Думаю, такая не очень большая цена. Может быть, это я попала в какую-то такую распродажу очень интересную. Вот такая кошечка. Так, вот такая кошечка. Такая кошечка с рыбкой. Так, сейчас главное, вот они новенькие, еще прям склеены. Представляете, склеенными. Простите, простите, я немножко болею. Такая кошечка в короне. Такая тоже. Любовь такая. Интересная. Это прям такая магическая. Магическая кошечка. Как раз на Хэллоуин с тыковками. Такая вот кошечка. Сейчас я... Может, посветлее, а то они такие черненькие, да? Прям не видно. Вот такая кошечка звездная. Такая красивая. Вот тоже какая-то в такой черной короне. А вот это вот с котятками. Такими семейство. Семейство такое. Вот тоже король. Король пентаклей. Так. Вот.
Вот это тоже более такое, знаете, магическое. Тут свечки, луна, котик такой сидит в каком-то замке. Вот это тоже очень интересная такая. Это белый кот или кошечка тоже в каком-то замке. Пять пентаклей. Так, вот такая интересная. Вообще они мне так понравились. Можно и ежедневник украсить. Я буду, ну, я ежедневники не веду. Я могу украсить, в принципе, тетрадку, которую я по раскраскам веду. В принципе, даже куда-то наклеить, в какой-то блокнотик. Или даже куда. Вот это королева. Королева такая. Такая королева. Вот. Вот такая. Либо еще для какого-то дела кое-какого мне нужны эти наклеечки. Вы все со временем узнаете. Вот такая интересная. Это кубки. 7 кубков. Вот такая. Так, вот это, смотрите, целое семейство. Вот. 10 кубков. Так. Вот такой котик, как бы на земном шаре такой сидит. Это тоже какая-то королева. И смотрите, с котенком. С котенком. Вот. Такая. Вообще очень красивые. Здесь вот такие толстенькие, плотненькие наклеечки. А вот такой интересный котик. У него вот здесь розовый второй закрытый глазик. И вот тут вот, смотрите, у котика тоже глазик закрытый. Я думаю, это тоже, наверное, что-то значит. Так, вот такой котик. Так, вот такой тоже что-то в таком. Тут даже прям написано магический какой-то, магический котик. Вот такой тоже. Вот этот мне очень понравился, как Девил, да, Девил. Такой Девил. Вот это тоже такой замок. Это тоже такие. В общем, в этом наборе очень много таких кошек. Я думаю, понравится тем, и кто Таро любит, и кто такую мистику, готику любит, и кто кошек любит тоже. Вот. Так. Такая вот мама с котенком. Вот тоже такая. Такой вот котик тоже положил лапку на земной шарик. Вот тоже котик такой черный. Ну, тут большинство черных котов. Вот этот мордатенький, смотрите, какой красивый. Ой, тоже мне нравится такой красивый мордатенький. О, ну это что-то такое. Так, вот эти милые котики. Такой. Очень тоже красивые. Такой. 5 кубков тоже здесь. Как вы могли заметить, тут большинство черных либо белых котов. Так, вот она. Они новые прям. С клубочком такой. С книгой такой красивой. Вот кошечка такая. Вот есть, конечно, серые котики такие тоже красивые. Вот. На метле такой летит. Такой котик. А вот это то, что от котика осталось, наверное, черепушечка. Вот котик с 4 напитками, тоже очень красивый. И вот тут какое-то так, тут какое-то семейство, тоже посмотрите, черных котиков. В общем, такая огромная коллекция наклеек кошек Таро. Я думаю, она, надеюсь, вам понравится. С вами всю ее посмотрели, открыли. Я сейчас ее вот так вот сложу, чтобы сделать тоже фотографию. Всем огромное спасибо.
Всем огромное-огромное спасибо, что листали вместе со мной очередное пополнение моей коллекции. Пока-пока!